Жители Калининграда в субботу отмечали общий городской праздник – День селедки. Дата 13 апреля выбрана не случайно. Именно в этот день, 65 лет назад, впервые после войны, местные рыбаки отправились в Атлантический океан на ловлю сельди. В советское время область давала стране десятую часть всей рыбной продукции. Из столицы Рыболовецкого края репортаж Владимира Гладюка. Уже по традиции с началом весенней путины калининградские рыбаки привозят свой первый улов на набережную Петра Великого. На прилавках лосось, угорь, камбала. Но самой любимой у калининградцев остается обычная свежевыловленная селедка. Из нее, говорят, можно приготовить до 150 блюд. Разрежем с картошечкой, с лучком, с маслицем. Селедка считается героиней праздника еще и потому, что с ней связана история рыбацкого края. Вот на таких судах калининградские рыбаки выходили в океан в первые послевоенные сельдяные экспедиции. Маленький сейнер под номером 129 остался единственным из такого типа судов. Он долго ржавел у причала рыбного порта, пока его не отремонтировали и не сделали уникальным экспонатом Музея мирового океана. В управлении экспедиционного лова когда-то было 156 таких судов. На них ходили в Северную Атлантику и к берегам Исландии. По 4 месяца без захода в порт рыбаки трудились, чтобы накормить всю страну. На рыбацкие деньги восстанавливали послевоенный Калининград. Бросали сети, тащили их вот здесь из-за борта вручную, стояли в рыбе вот так по планшер. И сюда входит 63 тонны в трюма. Ветераны флота вспоминают, что в советское время наша страна занимала ведущие позиции по добыче и переработке рыбы. Калининградский флот насчитывал более 1000 судов. Сейчас осталось около 30, и те выработали свой ресурс. Российские рыбаки все чаще выходят на промысел под иностранными флагами, а улов сдают в порты других государств. Обидно, конечно. Сейчас на рынок ходим, там наша местная рыба, килька, салака, треска, камбала. Это вот маленькие колхозники, там МРТК эти ловят и сами. А океаническая рыба вся, что там, она вся покупная. И все-таки праздник удался. К нему долго готовились. И всего было вдоволь. И песен, и конкурсов. И, конечно же, разнообразных рыбных блюд. Владимир Гладюк, Евгений Бекеш, ТВ-центр, Калининград.